По национальности я армянка, но получилось так, что я окончила украинский университет, филиал украинского университета в Ереване. Глава украинской общины всегда приходила к нам и приглашала принять участие в мероприятиях общины. Я участвовала пару раз и так стала частью украинской общины. Когда я начала выступать как представитель украинской общины, все удивлялись, но потом родители привыкли. Сейчас они счастливы, что я могу пусть даже чем-то малым помочь украинскому сообществу в Армении. Для меня быть членом украинской общины — это способ узнать что-то новое, узнать их песни, танцы. Мне это очень интересно. Танец мне всегда помогал. Когда я начала заниматься танцем хип-хоп, поняла, что это другая форма искусства, которая дает больше свободы. Я дома иногда танцую, но всегда говорю домочадцам закрыть двери и выйти. Мне не очень нравится, когда на меня смотрят во время занятий. Я собираю кубик Рубика с 2013 года. Самого первого кубика Рубика у меня не осталось. Они были не очень хорошего качества и быстро сломались. Разные кубики собираются по-разному. Быстрее всего я собрал этот кубик за 30 секунд. Хотя это не считается быстрым, но для меня быстро. Это мой рекорд. Это мой самый оригинальный, самый любимый кубик. Его мне подарила мама на день рождения. Моя мечта — поехать в Украину. Очень надеюсь, что она скоро исполнится, и я попаду туда.